Чешанби, скажи, пожалуйста, Камил вот назвал тебя сейчас восходящей звездой Fight Nights. Ты себя таким сейчас ощущаешь? Я же не могу за себя такое говорить. Я, пожалуйста, скромным. Раз он сказал, значит, так есть. Ты показываешь делами, да, на ринге, да, всю свою звездность? Ну, так и надо. У тебя недавно травма была, насколько я знаю, да, ты оправился от нее, все хорошо? Да. А что было? Плечо. Да. Была какая-то восстановительная работа или какие-то специалисты тебе помогали в этом, да, чтобы ты восстановился? Или как это происходило? Да, я нашел надежных людей, нужных людей, они справились. На данный момент тебя ничего не беспокоит уже? Так, и когда мы можем ожидать твой следующий поединок? Об этом пока точно не могу ничего сказать, потому что точно неизвестно ничего пока. Все отказываются, боятся? Я бы так не сказал. На самом деле очень много вызовов, но когда время боя, то ли отказываются, то ли что-то еще. А есть прям вот кто-то из бойцов, который говорит, давай, я готов с тобой вот прям подраться, пишет тебе либо там куда-то в социальные сети там или что, вот кто-то прям очень хочет с тобой подраться, есть кто-то из таких? На самом деле их очень много, но я их просто не знаю. Я за всем этим слежу просто. Но ты готов, да, с любым сразиться, да, с любым в любое время, правильно я это понял? Да, абсолютно. А есть какие-то секреты, скажем так, подготовки к бою вот от Чешанби? Секретов нет. Занимаемся как обычно, как и все. Вот, когда вот непосредственно уже бой, там, скажем, там неделя, две, есть какие-то прям секреты такие вот, прям, или ты не будешь их раскрывать? Или у тебя каждый бой ты готовишься планомерно, там, ну, понятное дело, что в зависимости от бойца, но какой-то вот секретик вот небольшой ты можешь раскрыть, как это происходит прям вот непосредственно перед боем? Ну, в моем мнении, секрет заключается... Думаю, неважно, как ты занимаешься, с кем ты занимаешься, можно как обычно, как все заниматься, но главное надо быть силен духом. Это мое мнение, это, наверное, важнее. То есть дух гораздо важнее, скажем так, сильный дух гораздо важнее сильного тела, да, по твоему мнению? Абсолютно. Да. И скажи еще раз, пожалуйста, нам, как оставаться вот в такой форме крутой? У тебя какие-то диеты есть специальные, или ты ешь все, что ты хочешь, или у тебя есть какой-то специальный диетолог, который тебе там ограничивает тебя или говорит, что есть там, или еще что-то? На самом деле никакой диеты нет. Я ем, наверное, абсолютно все, кроме свинины, конечно. А так, у меня, походу, генетика такая, я не знаю. Но ты не изнуряешь себя там кроссами какими-то, там, скажем, там, многочасовыми, там, или ты больше в зале работаешь? Сейчас в основном в зале, но я просто до этого еще легкой атлетикой занимался, может. Вот теперь все сходится, теперь понятно, почему это гены, да, у тебя с детства, у тебя все это пошло. Какая, скажем так, дистанция у тебя была? Я бегал длинную дистанцию 5-10 километров. Ну, были какие-то успехи у тебя? Ну, я чисто считаю, что для себя занимался. Ну, а потом ты решил, зачем убегать, когда можно драться, да? Вот именно. Спасибо большое, Чешанби. Спасибо, очень приятно было.